раритетное крыльцо. Мало ли такие остались. Да, интересная улочка. Гораздо интереснее ее местоположение. Причем дома такие прям старые. Там Белинский парк, вот там вот. Парк Белинского. Старые дома. Сзади кто-то едет. Наверное, не сюда. Тоже интересный дом. Тут прям такие дома старинные, в хорошем состоянии, что таких уж, по-моему, не осталось. Вместо дома, ремонта дома сделали такой забор. Оригинально, оригинально. Такой старый район. Старый дом на Ключевского. А я думал, что-то написано там. Да. И старые дома, конечно, поинтереснее. Вот это новый дом. Еще один старый дом. Тоже на Ключевском. Раньше люди вырезали всю эту фигню. Жилой дом. Судя по всему, жилой. Внешне похож на что-то
типа администрации какой-то хрень. Тоже на Ключевском. Вообще, когда снимаешь дома, люди часто спрашивают, а типа, а чё, а зачем, сносить или как. А просто не понимают, что, ну, может быть, интересно. И старые дома здесь. Хотя это, можно сказать, центр города. Ну, не можно сказать, это и есть центр города. А вот музей в Ключевском. Из окон этого дома можно видеть вот этот вот. И как бы, согласно капитализму, это должно стимулировать людей, живущих вот в том старом доме, чтобы они, глядя на этот, хотели себе приобрести квартиру. Ну или вот. Из этого дома. Раритетные дома на Чкалово. Скоро их уже не будет. Старый раритетный дом. Сейчас жилой. Еще один район трущоб. Ну тут прям конкретный дрова. Вообще непонятно, как здесь у них еще живут. Практически в центре. Это не какая-то глухая деревня, это практически центр Пензы. Судя по голосам, там люди живут еще. Шик и блеск. В этом вся Россия.